Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня рассмотрим, как воспроизвести YouTube на iPhone с выключенным экраном. Смотрите, как это работает. Буду благодарен, если подпишетесь на мой канал, нажмете на колокольчик и если зацените видео лайком. Ну что, если вы готовы, тогда погнали! Итак, первое, что нужно сделать на iPhone. Открываем браузер Safari, в поисковой строке вводим youtube.com. YouTube мы должны открыть в браузере Safari, поэтому нажимаем на YouTube и выбираем «Открыть в Safari». Есть. Теперь выбираем музыкальные видео, которые вы хотите прослушать. Можно воспользоваться поиском. Выбираем видео. Теперь вверху в адресной строке слева нажимаем две буквочки А и выбираем «Запросить настольный веб-сайт». Вот наше видео. Опять же выбираем его. Теперь нажимаем на боковую кнопку на вашем iPhone. Музыка приостанавливается. Теперь опять же повторно нажимаем боковую кнопку и нажимаем «Воспроизвести». И начинаем теперь слушать музыку с выключенным экраном на вашем iPhone. Ребята, я надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Обязательно зацените видео лайком. Подпишитесь на мой канал. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Всем желаю удачи и пока-пока!